председатель Ренийского молдавского национально-культурного общества «Извор» Валерий Бабере вручил районной и школьным библиотекам литературу на молдавском языке. Поэтические сборники, словари, историческая и другая литература была передана Ренийской громаде перед Новым годом от Ассоциации молдаван Украины. Зараз на молдовській мові, рідній мові, це дуже, дуже гарна така подія для нашої школи. Тому що ми не маємо можливості десь отримати саме на молдовській мові літературу. Дуже рада, що наш бібліотечний фонд поповнився художньою літературою іменно на рідному язикі. Ми в прошлом году приобрели немножко, но в этом году больше. Спасибо. Кто о нас заботится? В неоднократных разговорах с директорами школ, с учителями, я чувствовал, что есть нехватка там книг на молдавском языке, поэтому при встрече с Анатолием Семеновичем Фетеску, председателем Ассоциации молдаван Украины, я как-то предложил ему, давайте как-то мы этот вопрос возьмем на контроль, и с вашей помощью мы что-то там поможем нашим молдавским школам. Однако сегодня школы в молдавских селах Украины испытывают нехватку литературы не только на родном языке, но и на государственном. Все наши русские классы перешли на обучение на украинском языке, и мы нуждаемся. Если на молдавском, в молдавских классах у нас есть достаточное количество учебников, то в украинских классах важно, чтобы мы их получили. Заказ сделан на государственном уровне. Надеемся, что получим и прибудут, и все у нас будет хорошо. Пока что дети обучаются, скажем так, по виртуальным учебникам через интернет. Очевидно, что государство обязано обеспечить национальные школы учебниками. А помощь общественных организаций может быть только помощью. Я свое обещание сдержал. Спасибо большое. Желаю вам все наилучшее. С новым наступающим праздником, с Новым годом вас. Да, и вашему коллективу, чтобы вы никто не болели. Спасибо большое. И постараемся сотрудничать с вами. Да, спасибо большое.